Посадили Томочку на кровать. Он сам пошел на руку, я его принесла на кровать и предложила ему пророщенное зерно, чтобы он не боялся кровати. Потому что кровать у нас это святое, тут все любят топтаться, да, Томочка? Пророщенное нам очень нравится, поэтому я так, чтобы он не воспринимал кровать как угрозу. Там еще сверху ходит Аркашенька. Да, Томик? Том, он так сегодня ел пророщенное зерно, утром аж хватал. Нравится? Томик, на кровати не так страшно, здесь еще и кормят. Да? Ой, Аркашенька завидует. Ну, бывает, Аркаш, тебе тоже дадим. Да, Томочка? Так что Томочка уже... Что? Куда ты собрался? Куда ты собрался? Нет? Не хочешь на кровать? Ну, видите, он не такой, как Лифсик. Он не хочет на кровать. Он хочет сидеть на веточках. На крайний случай, на клеточке. Да? Томочка, полетишь куда-нибудь? Куда? Только не к Лифсику, а так лети куда? Глаза глядят. Что? Хочешь сюда? Здесь можно сидеть. Лифсик тут, например, сидит. Как тебе? Что, Аркашенька? Томик. Томик. Да, кря. Ну. Ой, крылышки расставляем. Куда ты собрался? Том и Джерри, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Спасибо вам за просмотры. Пока!